Всем привет! Сегодня у меня 5C iPhone и замена дисплейного модуля. Видите, стекло сломанное внизу. Так выглядит новый дисплейный модуль, запечатанный. Снизу тоже заклеен пластиком, транспортом. С рамкой для камеры уже. Так, давайте его попробуем поменять. Разбираем, как обычно. Два болтика снизу. Присоской нам, наверное, его не снять. Да, воздух пропускает. Можно снять вот такой лопаткой, острой, аккуратно, не царапая каркас. Таким образом отсоединили. В отличие от 5S, кнопка Home у нас имеет другую конструкцию. Она у нас без кабеля. Вытащили. Давайте разберем. Снимаем защитный экран, под которым находятся разъемы тачскрина, дисплея, верхнего модуля, динамика, передней камеры, датчика. Снимаем защитный экран. Обратите внимание на болты, они разные. Очень тонкие разъемы, будьте аккуратны. Ни в коем случае не применять силу, не давить. Давайте попробуем дисплей. Ни в коем случае не давите силой. Если что-то не лезет или не пристегивается, лучше еще раз застегните и попробуйте. Что-то экран загорелся. Ага, тач заработал. Видим, судя по всему, грузился. Такое бывает. А, все работает. Включаем. Снимаем. Убираем пока iPhone, переносим со старого модуля все. Защитный экран, динамик на новый. Снимаем защитный экран. Два болтика по бокам. С каждой стороны. Один снизу с широкой шляпой. Скотч медный для удобства. Можно отсоединить пока, отклеить точнее. Вот еще один вот маленький болтик сбоку. Сняли защитный экран. Снимаем динамик. Здесь у нас он пристегнут такими вот защелками, видите, одна здесь и одна вот здесь у нас с другой стороны. Сняли динамик и сам шлейф аккуратно тоже приклеен. Таким образом отклеили. Сняли.
переставляем все на новый модуль. Итак, рамка у нас передней камеры стоит. Это рамка, металлическая рамка датчика. Переставляем ее сюда. И осталась у нас кнопка Home. Давайте соберем сначала верхний модуль. Сначала устанавливаем микрофон верхний. Вот он у нас в отверстие резиновое. Установили. Далее переднюю камеру в рамку свою. Датчик. И здесь у нас две направляющих есть такие. Вот шлейф, он с отверстиями, он должен войти как раз в эти направляющие. Ставим динамик. Стоп. Чуть-чуть поспешил я. Ставим металлический экран. Теперь ставим динамик. Вставляем металлическую рамку вот эту вот. Так, сначала левый паз вставляем, вот так вот, потом уже правый защелкнули. Вот этот, про этот паз я говорил, вот он сюда, он надо его завести как бы под пластиковую рамку, чтобы он сел на свое место, и потом уже вот этот вот то же самое. Защелкнули, закручиваем болтами. Сюда у нас идет самый длинный. Сюда покороче. Фольга. Приклеили. Собираем металлический экран. Четыре болта по бокам. Последний болтик с широкой шляпкой. Кнопку Home переносим. Аккуратно с разъемом, вот с этим. Очень тонкий, наклеен на каркас модуля. Саму кнопку вытаскиваем, она у нас тут в разбитых стеклах вся, очищаем. Ставим закручиваем. Попробуйте на клик. Должен быть. В принципе, все. Осталось поставить дисплейный модуль. Соединяем разъемы.
Этот разъем самый сложный. Почему-то долго ловить его место нужно. Защитный экран ставим на место. Закручиваем своими болтами. Тут не намагниченный болтик, самый длинный идет вот сюда у нас. Два мелких у нас идут вот сюда. Чуть-чуть подлиннее уходит вот сюда вот. Я уже проверил экран. Вывалился. Да что ты. Закрутили. Вставляем. Вставлять начинаем сверху. И далее уже периметр прижимаем. Вниз. Не должно быть никаких зазоров. Финальные два болта. Ну так вот просто, друзья, в течение 10 минут меняется дисплейный модуль на модель 5C iPhone. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. И всем удачного дня.